Сейчас мы разберем некоторые типичные ошибки, которые возникают в любой ситуации, когда необходимо оказание медицинской помощи. Добрый день, я Юлия Багдасарова, практикующий врач и реаниматолог. Здравствуйте, меня зовут Самвел Багдасаров, я реаниматолог, провожу тренинги по оказанию неотложной медицинской помощи. Итак, мы разберем некоторые стратегические ошибки, которые возникают по ходу оказания неотложной медицинской помощи. Первое – это суета. Как только произошло тревожное событие, человек, который является свидетелем этого, как правило, сам входит в состояние стресса, теряется, дезорганизуется и не знает, за что хвататься. Для того, чтобы не допускать этого, нужно четко представлять алгоритм оказания помощи в каждой ситуации, но уметь делать экстренную диагностику состояния, обладать определенным хладнокровием и уверенностью в своих действиях. Эта уверенность вам придастся, если вы будете знать, что надо делать заранее. Вторая типичная стратегическая ошибка – это позднее выявление жизнеугрожающего состояния. Для этого, чтобы предотвратить эту ошибку, была придумана схема обследования пациента ABCDE, благодаря которой мы можем своевременно, правильно диагностировать непосредственно ситуацию, которая угрожает жизни пациента. Первая буква A – airway – это восстановление проходимости дыхательных путей. Вторая буква B – breathing – это дыхание, оценка дыхания, частота дыхания, глубина дыхания. C – circulation – это оценка системы кровообращения. D – это оценка состояния неврологической системы. И E – это общий осмотр, который включает сбор анамнеза и оценка всех остальных систем. Третья ошибка при оказании неотложной медицинской помощи – это пренебрежение вызовом помощи. Вам помощь нужна будет в любом случае. Если произошла какая-то непредвиденная ситуация, вам нужен помощник для того, чтобы помочь, во-первых, вам непосредственно оказывать экстренную медицинскую помощь, тем более, если это тоже доктор или человек, обладающий навыками оказания помощи. Он нужен вам для того, как свидетель и юридическая защита, чтобы он мог подтвердить то, что вы делали с этим человеком. Четвертая ошибка – это неправильное оказание неотложной помощи. То есть нарушается техника проведения сердечно-легочной реанимации. Важно введение соответствующих медикаментов, которые имеют под собой доказательную базу высокой степени. Пятая типичная стратегическая ошибка в оказании неотложной медицинской помощи – это неадекватная аптечка. Обычно туда кладут все, что угодно, только не то, что нужно. Поэтому нужно точно представлять, что вы должны постоянно держать у себя под рукой, а для этого вы должны знать все типичные состояния, которые возникают, и что необходимо по современным представлениям делать в такой ситуации. Поэтому формирование адекватной аптечки, адекватного оборудования и расходников окажет вам большую услугу. Надеюсь, это видео было вам интересно и познавательно. Подписывайтесь на наш канал, приходите на наши тренинги в Академию передовой эстетики. Вы узнаете много нового и научитесь навыкам оказания медицинской помощи. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях под видео, мы с удовольствием на них ответим.